Меня зовут Настя, я стоматолог-хирург из Москвы. Меня зовут Богдана, я из Екатеринбурга, мне 33 года. Я веду блог о загородной жизни. Я Ниночка, я из Москвы, и я сантехник. Я Женечка, я из Москвы, я тоже сантехник. Меня зовут Рената, мне 30 лет, я из Санкт-Петербурга, и я юрист. Меня зовут Катя, я из города Ярославль. У меня своя фитнес-студия, тренирую людей, кайфую. Я Наталья, у меня кофе с собой, город Санкт-Петербург. Я Александр, я уже второй раз тут. Я инженер-нефтяник. Меня зовут Регина, я живу в городе Санкт-Петербург. Занимаюсь онлайн-продвижением, маркетингом. Меня зовут Катя, работаю в сфере строительства в Москве. Меня зовут Наташа, я из города Ярославль, домохозяйка, скажем так. Брендом одежды еще занимаюсь. Меня зовут Светлана, я из города Риги, массажист и косметолог. Я Екатерина, я кандидат юридических наук, преподаю в университете, город Самара. Меня зовут Диана, я из Крыма, город Евпатория. У меня свой бизнес, школа маникюра. Меня зовут Женя, я из Москвы, я врач. Меня зовут Арина, я последние несколько лет живу в разных странах. Сейчас нахожусь в Дубае, занимаюсь маркетингом.